Приветствую, друзья! С вами самостройщик Денис. Вы на канале «Строим дом своими руками». Сегодня мы с вами будем устанавливать штукатурные маяки на эту стену. И с чего же мы начнем? Сейчас мы должны с вами определиться с плоскостями, чтобы это было ровно, чтобы нигде не вылазили горбы и так далее. И после этого мы будем устанавливать наши штукатурные маяки. Я думаю, что каждый самостройщик, который занимается своим домом, имеет в своем арсенале лазерный уровень. Если вы его не имеете, друзья, я очень советую его приобрести. Стоит он недорого. У меня непрофессиональная версия, стоит он, я не помню, уже там в районе 3000 рублей обошелся, но очень удобный, всем советую его иметь на своем строительном объекте. Очень сильно упрощает работу. Конечно, можно использовать и вот такие рельсовые уровни, но все-таки лазерный более точнее и более быстрее. Поэтому советую его взять. Давайте, приступаем. Мы установили лазерный уровень, как нам необходимо. И сейчас он нам показывает полностью плоскость вот этой стены. Это здорово, потому что здесь есть небольшая выемка. И как раз штатив ушел в глубину этой ниши и показывает нам ровненько всю плоскость нашей стены. Я беру саморезы, выставляю длину, которая мне необходима, и вкручиваю их прям по лазерному лучу. То есть я смотрю, чтобы шляпка самореза соединялась с кромкой лазерного луча. На этой стене вы сейчас видите, что я вкрутил 6 саморезов. Это как раз 3 линии наших маяков, и здесь все просто. Но теперь возникает вопрос: хорошо, а как же делать это на плоскостях типа вот таких, которым подставить лазерный уровень, тем более непрофессиональной версии, крайне сложно. Есть выход простой, их несколько. Итак, выход номер один. Мы снимаем его со штатива, устанавливаем его в самую нижнюю часть, максимально близко к стене, включаем и теперь отстреливаем ту часть стены, которая дальше. И потом переставляем его в ту сторону и также отстреливаем эту. Устанавливаем 2 маяка и потом по шнурке можем вставить другие. Это интересный вариант, но он, я считаю, затруднительный, долгий и так далее. Хотя для новичка он будет оптимальным. Есть же вариант номер 2. Мы берем, выставляем в одной плоскости, максимально близко к стене, но с одинаковым расстоянием. То есть, например, если здесь у нас от стены до оси нашего лазерного уровня 4 сантиметра, то и там в конце должно быть 4 сантиметра. После того, как мы это сделали, включаем его. Что мы делаем дальше? Посмотрите. Сейчас у нас на стене уже есть отметочка, как этот лазерный луч идет здесь. Все здорово. Но нам необходимо теперь отстрелять, какое же расстояние нам отталкиваться от стены, верно? Для этого нам на помощь придет простое строительное правило. На нем очень хорошо виден луч. Мы берем простой маркер. Давайте я наглядно это покажу, потому что вам так будет проще и удобнее понимать. Отмечаем на нашем правиле как раз расстояние, то, которое от стены соответствует расстоянию лазера, которое нам необходимо. Это получается как раз у нас 2 сантиметра от ребра. Но это в моем случае, у вас будет по-другому. И теперь, друзья, все совершенно просто. Теперь я подставляю, и вы видите сейчас, что лазер соответствует всем моим рискам. То есть, если бы там не были вкручены саморезы, то я просто в эти места бы их вкрутил, и вот такая высота отступа от стены у меня будет необходима для всех маяков, которые я устанавливаю. На этой стене будут полки, и я бы хотел все-таки перезаложиться цементно-песчаным раствором для того, чтобы создать несущую способность моей стены. Здесь будут установлены лонжероны, которые будут держать массивные полки. Скручивать их в пеноблок это не совсем правильно, поэтому здесь будет немножко побольше цементно-песчаного раствора, хотя можно было, конечно, еще утопить это все сантиметра на полтора каждую. Следующим нашим этапом, после того, как мы уже отстреляли плоскость стены, знаем, как у нас будут располагаться маяки, мы берем с вами, замешиваем раствор. Если вы хотите максимально быстро приступить к штукатурке, к самим штукатурным работам, и вам некогда выжидать схватывания маяка с раствором, я советую использовать алебастр. Чтобы алебастр схватывался чуть дольше, можно использовать лимонную кислоту. Вот. В моем же случае я не тороплюсь с схватыванием маяков, поэтому, так как я сегодня штукатурить не начну, на улице холодно, я буду использовать простой клей для ячеистого бетона, которым я оклеивал стены, с добавлением небольшого слоя алебастра в него. Я считаю, что будет не хуже, если мы сейчас эти места, где установим маяк, с вами немножко пройдемся грунтом. Добавляем немного воды. Теперь я все делаю на глаз, ребят, поэтому добавляем клея уже по привычке и добавляем немножечко алебастра. Хватит.
перемешиваем. Итак, друзья, времени у нас немного. Начинаем наносить раствор. Очень хорошо крепится. Единственное, что немножко пластичный, но это не страшно. Теперь мы берем маяк. Обязательно возьмите правило, что-нибудь ровное, то, чем вы будете равнять его прикладку. Я думаю, что профессионалы делают, конечно, это опытнее, легче. Но, ребят, я первый раз. Будете учиться со мной, кто еще ни разу не делал. Вот так. Вот мы попали в нашу точку. Все ровненько. Он стоит на месте. Отлично, ребята. Отлично. Это первый опыт, конечно, но, блин, мне это реально сильно нравится. Это классно. Получается просто офигенски. Алло. Здорово, профессор. Поломался. Но я давно настройки. Ну, братан, конечно, сейчас приеду еще. Давай. Давай, конечно. Ну, а как? Короче, ребятки, небольшая рекламная пауза. Сгоняем, поможем другу. Тихо. Что такое? Где тут? А? Эй, меня. Ребят, это памятник Евдокимову. Помните, да, был такой Царствие Небесное, разбился прямо вот на этом месте. А суть какая? Приехал на стройку, разложил весь инструмент. Посмотрите, у меня полный багажник инструмента. Тут звонит друг с Новосибирска. Говорит, дружище, я, короче, не доезжая Бийска несколько километров, просто встрял. В общем, небольшое приключение в пасмурную погоду нам не помешает. Собрал быстро инструмент, скидал все в машину. Надеюсь, еще вернуться на стройку. Шпланов громадье. Вот за этой обваловочкой находится классное озеро. Это дамба, оказывается. Она закрывает этот поселок от наводнения. Так, мы идем по асфальту, как мне объяснили. И нас сейчас встретят. Ты сейчас что, сидишь в грязи где-то? Профессора, они, ребят, все такие. Он же академик. Академики-то, они к нашим колхозам не привыкли, к нашим вот этим суровым сибирским колхозам. Понимаете? Вот и вся проблема. Вон профессор одинокий стоит. Давай, залазь. Ты сам виноват, ты попадаешь на контент. Здорово, Новосибирск. Че, где же, где ты встрял? По блогер горе в семье. Автор, не обижай. А я думаю, че он так долго едет? Я ж снимаю. Где, говоришь, стоишь-то? Надо тогда цензурную лексику. Стоп, вот тут здесь потихонечку, подожди, давай посмотрим. Ты как-то залез-то вообще? Не, это вообще идеальная дорога. Че, сюда? Да. А где живут-то твоя родня? А вон синяя крыша. Вон машина. Да, так у тебя. У тебя есть трос? Да. У меня тоже веревку, я взял на всякий случай. Сына, тебе тут ништячок перепал. Закидываем. Так, ну что, дальше-то какие у нас расклады? Не, давай лучше, я в цифрах не понимаю. Корпус 3, ну есть навигатор или что-нибудь? Или телефон? Нет, район хочу. Какой? Это центральный рынок, Томенко. Короче, тянемся потихонечку, ребят. Профессор красавчик. Я бы думал, что он будет дергать, а он прям плавно чувствует машину и мою чувствует. Молодец, прям исключительно. Увидишь видос, знай, хорошо водишь. С машиной не повезло, всех бывает. Никто не застрахован. Бывает, и Лексусы ломаются. Но с другой стороны, он мне дал отдохнуть. Правильно? Надо всегда искать положительный момент, друзья. Так бы я сейчас на стройке вкалывал. Холодно, мерзко. А так прокатиться, новую деревню посмотреть. Я вот здесь ни разу не был. Прикольно. Ну ты просто это, бог. Че, куда? Да я хочу сказать, что ты хорошо это ведешь себя за рулем. Пару раз дернул. Как тебя паркуем? Давай я отъеду и тебя сюда затолкаем руками. Затолкаем? Ну, затолкаем. Ну и что? Все, здесь оставляем. Пусть прямо тут стоит. Ты позвони, найди хозяина. Может, прямо тут пусть стоит. Так может, тебя в бок спустят. Можно здесь оставить прямо, а можно ее дотолкать. Давай я уберу свою.
вообще силен. 100% у вас появился такой вопрос. Нафига он нам на строительном канале показывает такие ролики? Зачем они вообще нам нужны? Парни, давайте это будет тема о дружбе и нашем взаимопонимании. Потому что это на канале есть, согласитесь. Я не прикрутил сейчас это мероприятие к вот этим словам. Я просто по факту, это так и есть. Вы очень сильно помогаете мне. Я помогаю кому-то тоже на канале своими видео. И по сути это взаимопомощь. И по сути это и есть смысл нашего канала. А строим дом своими руками не означает только строительство по факту дома из камня. Это означает строительство жизни вокруг. По мне так это так. Может, я не прав. Может, меня кто-то сейчас в комментарии поправит. Давайте будем вежливыми друг другу и будем помогать друг другу, ребят, как это мы можем. Хорошо? На самом деле, сейчас у нас вектор нашего развития канала именно в эту сторону идет, и мне это очень приятно. Давайте это будет продолжаться, и это станет хорошим тоном нашего канала. Именно нашего с вами канала. У меня все. Возвращаемся на стройку. Ну, а мы продолжаем, друзьяшки. Друзья, небольшой совет во время работы, который я вам хочу сказать. Если вы подкладываете под маяк сигнальный вот этот саморез, который вкручивается изначально, то не ляпайте на него раствор, делайте это возле него, на него не надо. Потому что потом, когда вы будете прикладывать маяк и прижимать его к стене, вы просто можете потерять его в расстоянии, этот саморез, и установить маяк неправильно. Сейчас я поставил 3 маяка, проверил это правилом, они все соответствуют миллиметр в миллиметр, то есть при соединении все 3 маяка замыкаются. Этим самым я понимаю, что установлено это все по уровню и правильно. Но это меня радует. Идем дальше. Оп, оп, оп. На тебе. Друзья мои, еще один совет. Пользуйтесь перчатками прорезиненными. Тканевые перчатки – это очень плохо. Простая причина, потому что все равно, как бы вы ни были профессиональны, вы иногда хватаете раствор. То он падает, его надо захватить. То да всякое бывает. И когда у вас перчатки прорезиненные, проблем меньше. Вначале вы помните, что я сказал, что вот на простом лазерном нивелире очень сложно отметить вот такую стену. Поэтому я показывал свой вариант этот меткой. Сейчас же я просто натянул между этими маяками нитку, подставил остатки, которые обрезались от маяка, и вкрутил саморез, приложив к нему остатки маяка. И по шнурке я просто это отмерил. То есть, может быть, это метод дедовский, я пришел к нему сам и не знаю, делают так или нет. Вообще, ребят, блогеров своих соседей я особо не смотрю, чтобы не получилось, что я от них просто брал бы контент и передавал его вам. Это было бы не совсем правильно. Поэтому до своих, это опыт моей стройки, я сам к этому прихожу. Многое читаешь, изучаешь, но когда приезжаешь на объект, оказывается, что теория не совсем порой применима к практике, и что-то придумываешь сам. Штука работает так удобно, проверял, уровень бьется, нивелир точный, поэтому шнурка тоже имеет место быть. Выбирать вам. Но, честно говоря, быть совсем честным, что-то мне штукатурка вот такая, такой вариант. Я люблю быстро, я люблю, чтобы это шло прям как-то кипишно. А здесь больше такой, знаете, работа вязальщиков, которые вот сидят монотонно,
То есть долгая работа не получается, это делать быстро. Очень много вымерений, точных разметок и все. Мне кажется, все-таки гипсокартон было бы, наверное, попроще и полегче. Посмотрим. Друзья мои, ну что хочу сказать, работа нифига не легкая, она такая прям долгая, тягомотинская, то есть рассчитывать надо очень много и очень многое нужно параметров проверять, потому что потом от каждого маяка будет зависеть ровность вообще этой стены. И вы знаете, моя мысль, что штукатурка мне не очень нравится, скорее всего это будет гипсокартон, да, в дальнейшем. Потому что я менее устраивает. Это, представьте, весь дом отработать, это просто жесть. Эти маяки, они ставятся, ну, реально сложно. Я думаю, гипсокартон на ляпке делать, это самый оптимальный вариант. То есть замазать все эти щели и просто гипсокартон клеить на пятаки. Сначала саморезы навкручивал так, чтобы, ну, как ограничитель маяка. И потом хоп его, и все. Первый этаж у нас стены все ровненькие, заваленных мало. Ну так, чтобы прям заваленных. Поэтому я думаю, что это будет экономически выгодно и легче. И легче, что тоже немаловажный фактор. И самый главный момент, что по первому этажу будет очень много батарей, и я бы хотел делать паттайи. А со штукатуркой их не получится делать. С гипсокартоном это возможно. Только единственное, конечно, с подсистемой. Дом большой. Я думаю, что потеряв там эти 5 сантиметров на подсистему, я не сильно уж и огорчусь. Так, ладно, ребят, все, с этим закончили, поговорили, все хорошо, это вы поняли. А теперь главный момент здесь. Смотрите, друзья мои, я все-таки решил, что я делаю комнату своему сыну один раз в жизни, то надо уже сделать все правильно, все по уму. И в данном случае давайте-ка мы все-таки сделаем здесь кабель-канал для того, чтобы можно было опустить либо провод для ресивера, либо HDMI кабель, либо... То есть для того, чтобы можно было что-то кинуть. Я купил вот такие кабель-каналы в количестве 3 штук. Теперь я не знаю, зачем я купил 3, если я решу гипсокартон. А нет, не будем об этом. Короче, и сейчас наша задача их заложить. Сейчас я попылю немножко. Ребят, это называется косячник, представляете? Прошелся вот прям буквально в 5 миллиметрах от кабеля, и мне пришлось бы закладывать его еще раз, если бы я его поранил. То есть у меня вот он сделан, здесь залом вот так аккуратно он идет. Я уже в конце это увидел, на камеру засуетился и сделал быстро. Представьте, вот 5 миллиметров и все, и у меня бы целая замена кабеля. Это просто жесть. Ну, боги со мной. Короче, вот так это получилось пока. Надеюсь, я кому-то помог своим советом. В ближайшее время я приеду и доделаю их до конца, эти маячки. Сразу, что в ваших комментариях вы подсказывали, что мне оказалось очень полезным. Первое, не нужно ставить подрозетники сразу. Их нужно ставить после того, как отштукатурите. Либо хотя бы дождитесь момента, пока вы не установите маяки. Это поможет вам найти тот уровень, куда, насколько их заглублять. Вот. Я, кстати, видел вариант, когда ребята ставили их после того, как поставили маяки, но перед штукатуркой. И вот эту
части они просто вырезали гофру, сюда втыкали, закрывали, и потом, когда уже отштукатуривали, пальцем простукивая, находили это место, там 2 миллиметрика шов этот убирали, и все. Тоже вариант имеет место быть, и скорее всего я так и пойду, потому что это удобнее. Удобнее чем? Вы заштукатурите все воедино, не придется никуда прятать, ни в какие пазы, ничего. А потом это все откроется вот очень легко простукиванием. Так, второй косяк, который я допустил, я сделал розетки под потолком. Это неправильно, поэтому в тех комнатах, где я допустил такую ошибку, я буду дублировать розетки ниже. В остальных комнатах я буду сразу уводить вниз. Она наверху нафиг не нужна. Ну, она может быть здесь. Я, например, очень легко дотягиваю, чтобы воткнуть, чтобы выдернуть. Тем более на 10 сантиметров поднимется пол. Мне этого роста хватает. Шел снег, сейчас льет дождь. Где у нас там градусник? Так, плюс 5. Но я почему и начал сегодня работу, что знал, что ночью будет тоже в районе плюс 5. Можно ставить маяки, но, конечно, штукатурить я не решился. Вот эту часть доделывать тоже не стал. Сделаю ее в следующий раз. Ну, вот такой, друзья, вот такой небольшой выпуск получился. Надеюсь, он кому-то чем-то поможет. Такое двоякий момент, двоякое ощущение сегодняшнего мероприятия. Я пока его еще в голове как-то не обдумал, не понял. Правильно, неправильно, так идти, не так. Вот эти я снял, натянул шнурку и понял, что центральный слишком вжат в стену. Там есть бугор, вот центральный. Поэтому я оторвал, оставил эту подсистему, потому что буду наращивать, намазывать. И в следующий раз я приеду, у меня уже будет подготовлена часть. Мне останется домазать немножко и приклеить. Вот так получилось. Но хорошо, что я сегодня бросил это дело и не стал доделывать до конца, потому что чаще всего я решаю доделывать, тороплюсь, и выходит это неровно. Хочу сделать хорошо, поэтому оставил, пусть подсыхает, приеду, доделаю. Вот так. Ну а я с вами прощаюсь до следующего нашего строительного дня. Давайте пока, удачи.